В Самару приехал главный диетолог страны Виктор Александрович Тутелян. Посетил Самарский центр здорового питания при медуниверситете и принял участие в научно-практической конференции. По словам академика, 50% мужчин и 60% женщин в возрасте после 30 имеют избыточный вес. Залог здоровья, по мнению специалистов, в соответствии калорийности рациона, энергозатратам организма. Меньше жира, сахара и соли, так сформулировал диетолог основные принципы здорового питания. Я всегда говорю, нет плохих продуктов. Вырванный один продукт не может быть охарактеризован как вот это вредный, а это здоровый. Нам нужно с вами где-то 150 химических соединений, как биологическому виду. 150. Из них треть, а то и больше, незаменимые.